В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете Анастасии Кладиновой. Одна из важных тем – благоустройство городского округа. В 2024 году будут проведены масштабные работы по постройке и реконструкции 4 зон отдыха. Особое внимание уделили новому парку «Дружба», прилегающему к озеру Черное. Необходим мост, о котором давно просили жители. Этот пешеходный мост «Дружба», запланированный нами, соединит эти два субъекта и даст возможность комфортного, безопасного перехода. На благоустроенной территории со стороны Москвы появится зона для отдыха и развлечений, а со стороны микрорайона «Самолет». По просьбе люберчан запланировано устройство детских, спортивных зон, место для мастер-классов. За прошедшую неделю в управляющей компании поступило 42 обращения граждан. На совещании жилищно-коммунальные службы отчитались о подготовке к весеннему сезону. Чтобы избежать подтопления, с дворовых территорий вывозят навалы снега. Кровли очищают от наледи. Основная задача для управляющих компаний сейчас – это избежать будущих подтоплений тех традиционных территорий. Проведен анализ обращений за 2023 год, собраны данные со всех территорий, где подтопления случаются, и управляющим компаниям выдано задание на максимально полный вывоз снега с данных территорий. Также участники совещания прослушали доклад о планах в разделе образования. В 2024 году в округе введут 12 новых социальных объектов, 5 школ и 7 детских садов. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.